Всем привет от канала Ontario 365, и этот рецепт снят специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы будем готовить мясной пирог с рисом. И для этого нам понадобится куриный фарш 650 грамм, рис 100 грамм, а также 150 грамм зеленого горошка. В силиконовую форму я отправляю фарш ложкой, которую предварительно смачиваю в воде для того, чтобы было удобнее формировать нашу основу. Фарш я, конечно же, готовила сама, он не покупной, но я не показывала, как я это делала, так как вы уже смотрели рецепт «Мясной пирог улитка», и там точно такой же фарш. Я взяла два куриных филе, лук. И все это как бы через мясорубку пропустила, затем добавила туда яйцо, соль, перец по вкусу. После того, как мы сформировали нашу мясную основу, мы выкладываем сверху рис. Чтобы получить вот такое количество риса, я варила 100 грамм. Предварительно, конечно, я его промыла и варила в пропорции 1 стакан риса, 2 стакана воды в течение 15-20 минут. Такой рецепт простой и быстрый в приготовлении. Его очень удобно брать с собой, особенно если вы обедаете вне дома, потому что это отличный вариант вашего обеда. Ну и в самом конце мы выкладываем зеленый горошек, который у меня был замороженный и уже разморозился. Все это отправляем в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 40-50 минут. И если вам понравилось это видео, то обязательно оставляйте под ним лайки. Также пишите свои комментарии ниже. Ну и, конечно же, заходите ко мне на канал Ontario 365, где, кстати, недавно вышли мясные сладкие ватрушки. Как такое приготовить, смотрите у меня, я вас там всех жду. Ну и здесь до новых встреч, пока-пока!